Едем, едем. Смотрите, как на сугробах его подкидывает. Это какие-то монетки, не монетки, на печеньки больше похоже. Да, едем, собираем печеньки. Ох ты, елки мы сносим, смотрите как. Елки сносим. Тут подарки под елками тоже лежат. Привет, ребята, с вами Мобик, и сейчас нас ждут безумные гонки в игре Hill Climb Racing. Выбираем вот эту самую первую машинку и самую первую карту, сельская местность. Так, но прежде чем поехать, давайте улучшим нашу машинку, чтоб уже она ехала нормально. Так, смотрите, вот наш мужичок, он, похоже, спит за рулем. Спит за рулем мужичок. Так, давайте поедем, газанем. Смотрите, как несется наша машинка улучшенная. Вообще круть. Хотя я даже не знаю, как едет. Машинка самая слабая, но ладно. Будем ехать вот на этой машинке. Посмотрим, как мы далеко сможем уехать. Смотрите, как ее подкидывает. Подкидывает нашу машину. Интересно, как далеко мы можем проехать, ребята. Нам нужно проехать 400 метров. Как я понимаю. Ага, вот мы проехали 400 метров, 430, а теперь следующая отметка 600, ребятки. Так, несемся мы на красном джипе с этим странным чувачком за рулем, который спит. Зачем ты спишь, чувачок? Мы же убьемся. Ай-яй-яй, смотрите, как его колбасит за рулем. Да, ребята, ни разу не играл в эту игру. Эх, эх, в гору не можем заехать, буксуем, буксуем. Но все-таки заезжаем, ребятки. Смотрите, какие кочки у нас тут. Мы уже проехали 700 метров, ребята. И у нас крутой спуск, йоу. И вот как мы перевернулись на мосту. Наш чувачок сломал шею. Ну, правильно, еще бы ты не сломал шею, спишь за рулем. Да, ребята. Ну, не знаю, давайте, наверное, выберем какую-нибудь другую трассу. Может, вот, давайте, смотрите, вот это вот. Seasons. Да, сезоны какие-то. Ага, это времена года, видимо, ребята, я так понимаю. Йо-хо, вот это полет, кочки. Это типа у нас осень, что ли, листья на земле, да? Ну, по-другому я это объяснить не могу. Так, едем, едем, едем. Наш чувачок, как обычно, спит. Что ему еще делать? Это какая-то лужа была, ребята, что ли? Хорошо, мы ее перелетели, так бы, наверное, застряли, или я не знаю. Но машинка вряд ли бы утонула. Ох ты, смотрите, все потемнело, позеленело. Это лето, что ли, или весна наступила, непонятно. Так, еще одну лужу перепрыгиваем. Наш чувачок несется уже, мы 500 метров мы проехали, ребят. Тут какие-то мячики еще. Что за мячики? Они нам мешаются или их надо собрать? Непонятно. Так, так, вот, мы попали в лужу. Плывем, гребем, давай, 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 машинка наша, ты же мощная, чуть не застряли сейчас. Да, едем, 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 горочка, йо-хоу, не перевернуться бы. Нет, мы не перевернулись, ребята. А вот у нас осень, тогда я не помню, что это было тогда, в прошлый раз, если сейчас осень. Эх, мы врезались в какой-то островок. И куда мы? В какую-то грязь, смотрите. В грязь попали. Гребем, гребем, гребем. Давай, мужичок, спящий. Спящая красавица. Или красавец ты. Так, ну что ж, тут у нас листва, листва, осень у нас. И опять грязище, какой-то мостик. Что за... Ай, смотрите, все, нас торнул мостик, расплющил. А-а-а, как так? Кажется, надо было дождаться, когда он приедет. Это типа парома. Так, ребята, давайте выберем, наверное, другую машинку какую-нибудь. Мотоцикл. Смотрите, сколько у нас тут разных. О, давайте выберем трактор, ребята. Посмотрим, как у нас будет ехать трактор по этой же трассе. Ну, вообще, как бы трасса подходящая для трактора. Мне кажется, там листья, грязь всякие, вода. Так, ну и давайте по традиции улучшим наш трактор, чтобы он быстро ехал. Итак, поехали! Смотрите, какой аппарат, ребята. Здоровенное у него какое колесо. Мне кажется, он вот он застрять нигде не должен. Это обычно, когда машины застревают, все идут за трактором. Поэтому трактор сам застрять не должен. Да, опять у нас лужи. Эх, не попали в лужу, так бы проверили. А, вот, смотрите. Ну что-то мы по этой луже проехали, мы в нее даже не упали ни разу. Может, это не лужа была.
Так, ну что, мы врываемся в весну или в лето. Так, снега тут что-то не дать. А вот лужица, смотрите. Эх, нет, все равно как-то он тяжко едет. Но застрять, я думаю, не должен. Не забуксовать там, не застрять. Ох ты, не перевернуться бы. Смотрите, на заднее колесо приземлились. Эх, мячики, мячики. Нельзя вас собрать, оказывается. Мы сломали шею спящему чувачку. Да, ребятки, давайте, наверное, выберем другую трассу какую-нибудь, а? Так, смотрите, сколько у нас тут трасс всяких разных. Курс молодого бойца. Вот, давайте в Рождество на тракторе заедем, ребята. Это же будет прикольно. Зимой и трактор. Да. Едем, едем. Смотрите, как на сугробах его подкидывает. Это какие-то монетки, не монетки. На печеньки больше похоже. Да, едем, собираем печеньки. Ох ты, елки мы сносим, смотрите как. Елки сносим. Тут подарки под елками тоже лежат. Реальное Рождество. Нету только снеговиков, там, Дедов Морозов каких-нибудь. Да, ладно, ладно. Смотрите, как мы елки прям, ох. Трактор у нас мощный. Йо-хоу, эх, не перевернулись мы. Не перевернулись, ребята, нам повезло. Но колбасит нашего чувачка спящего. Прям, он, похоже, стоит, что ли? Мужичок, ты стоишь. У тебя нет сиденья, тебя его лишили. В этом тракторе не предусмотрено сиденье, видимо. Похоже, он стоит, ребята, на ногах. Несемся, сломя голову. Ай-яй-яй, сломя голову, несемся. Перевернулись, проехали 500 метров всего. 505. Так, что ж, давайте, наверное, на тракторе мы проехали достаточно, ребята. Давайте выберем другую машинку. Что у нас тут еще есть? Смотрите, одноколесник, это квадроцикл, автобус, гоночная машина, полицейская машина, скорая помощь. Куча всего. Нам что-нибудь на зиму, чтобы зимой можно было по этим сугробам скакать. Снегоход. Фух, снегоход был бы в тему. О, супер внедорожник, ребята. Это какой-то... гусеничный трактор тоже, не трактор, на трактор не похоже. Больше на какой-то танк без пушки, без дула. Ну и давайте его улучшим по максимуму, посмотрим, что он из себя представляет. Этот аппарат, как он будет ехать, посмотрим по снегу, по елкам. Итак, ребятки, смотрите, мы несемся на этом супер оффроуд, супер реальном внедорожник. Ай-яй-яй-яй-яй, елки сшибаем, смотрите, какая скорость, ребята, он прям, она у него зашкаливает. Он, ах, взлетел, смотрите, как высоко, ребята. Вот это аппаратище. Мы проехали 500 метров вообще не глядя. Я даже не успел заметить, за какое время вот это полет. Ах, эх, не перевернуться бы. Ребятки, вот это супер внедорожник у нас. Несемся. Эх, в елку врезались. Скорость сбавил я. И в елку мы врезались. Летим, куда летим? Непонятно. Главное приземлиться нам. Приземлиться на гусенице. Вообще крутая тачка, ребята. Все сносит на своем пути. Ничего его не может остановить, ребята. А наш чувачок за рулем, он уже, я не знаю, если бы не сиденье, он бы шею себе давно свернул. Так, несемся по кочкам. Смотрите, 1200 метров. Жадина. Что за жадина? Непонятно, какой-то статус. Статус мы приобрели, жадина. Да мне, в принципе, ничего и не надо-то, я не жадный, мне не жалко. Так, скачем, скачем, берем печенюшки. Ну реально, вот эта скорость, ребята, крутая. Думаю, на этой машинке надо попробовать другие трассы. Так, интересно, как далеко мы сможем доехать сейчас. Эх, ребятки, у нас кончается топливо. Топливо кончается, ребятки, эх, ай-яй-яй-яй-яй. У нас кончилось топливо, ребята. Мы спойлер где-то потеряли, я даже не заметил. Мы так высоко взлетали, что не следили за топливом и пропустили все канистры с топливом, которые были. Так, давайте выберем вот этот лес. Смотрите, куча елок как раз для такого трактора, не знаю, гусеничной, короче, штуки. Смотрите, мы елки косим, они разлетаются в разные стороны. Вот здесь немножко похуже, конечно, ехать, чем по предыдущей трассе. Но зато смотрите, как ай, вот это он дает. Так, ну что, мы взяли бензинчика. Надо теперь обратить внимание на то, чтобы бензинчик не заканчивался у нас. И мы продолжаем нестись. Эх, вот на елках мы что-то как-то немножко
немножко у нас скорость спадает, если мы остановились на елках. Это все. Потом мы трогаться будем очень долго. Давай, 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 елка, не мешайся. Ох ты, смотрите, как мы елки сносим. И это тебе работать лесорубом, мужичок. Ай, вот на этой машине особенно. Какая-то прям косит лес, я не знаю. Покруче любой бензопилы. И летает при этом, летающая бензопила. Эх, мы проскочили бензинчик, но в принципе у нас всего хватает. Не знаю, когда мы встретим следующую канистру. Вот не можем в горку заехать, ребята, смотрите. И мы полбака здесь потратили на этой горке, чтобы в нее заехать. Перепрыгиваем с одной горы на другую. Вот это круто, ребята. Да, если бы я машинку эту не улучшил, наверное, она ползла бы как черепаха, наша машинка. А тут смотрите, с трамплина как. Да, вот бензинчик, мы взяли бензинчика, ребята, смотрите, мы проехали 1000 метров. Вот это прям круть. Интересно, где мы в прошлый раз спойлер потеряли, непонятно. Ну да ладно, как бы это уже прошлый этап. Просто я как-то не заметил даже, что мы его потеряли. Так, и еще бензинчика взяли, йо-хоу, вот это скачем, прыгаем мы. Так, ну что, сейчас опять мы пройдем отметку 1200 метров. Я вот забыл, точнее я проглядел, не помню, сколько мы проехали на прошлой трассе. Эх, ребята, не можем в горку заехать. Что ж такое-то? Но зато, когда мы в нее заезжаем, нас уже ничто не остановит, кроме елок. Давай, 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 давай. Ну что ж ты, не хочет он в гору подниматься и стремится перевернуться. Ему нужно остановиться, спуститься в самую туда вниз, короче, с горы. И потом только стартануть. Так, что-то у нас топливо загоралось, я не понял. Вот, вот, где елок нету, там по горке мы залезли, скарабкались, прям вообще нормально. Да, ребятки, вот это коситель елок у нас. Давай, давай, чувачок. Ай-яй-яй, ну что ж такое, давай, давай, давай. Вот, мы взяли канистрочку, ребята. Без бензина мы бы далеко не уехали, потому что он кончается, не успеваю следить за ним. Да, ребята, смотрите, мы... Ай, не перевернуться бы. Есть, 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 давайте в горочку. Давай, 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 греби. Супер внедорожник. Так, елочки, елочки опять. Ну вот на пригорке елочки растут, они так мешаются. Эх, мы бензобак пролетели, ребята. Я видел там внизу среди елок бензобак. Где у нас следующий, ребятки? Нам топливо нужно срочно. Вот куда приземляемся, непонятно. В горочку бы залезть. В горочку, елки. Ай, блин. Вот, не можем мы ни в горку залезть. И топливо кончилось у нас, ребята. Приехали, называется. Проехали 1563 метра, ребята. Да, ну вот этот аппарат прям очень крутой, ребята. Я, правда, другие не видел, не слышал, не пробовал. Но вот этот мне понравился. Ну что ж, ребята, на сегодня все. Это были безумные гонки в игре Hill Climb Racing. С вами был Мобик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Если вам понравилось это видео, до новых встреч. Пока-пока.